Чрезвычайное происшествие в храме на Турцево 18А еще раз показало готовность городских служб к работе в экстренных случаях. Это отметили сегодня в администрации Северодвинска. Специалисты были готовы даже эвакуировать жителей всего района. В этом случае обеспечить людей горячим питанием и местом размещения было бы необходимо на 3-4 часа. Это представляло угрозу соседним домам, где проживало около 500 человек. Поэтому было принято решение предварительно проработать вопрос временной эвакуации в пункты временного размещения. Предварительно договоренность с 8-й школой, ближайший пункт, где можно было разместить людей. Вот. С комбинатом школьного питания были обговорены. Я думаю, что в каждом таком случае необходимо реагировать максимально. Всякое бывает сейчас. Даже если, вот, к примеру, приехали из Архангельска, да, взрывотехники, для них это, собственно говоря, так сказать, предмет, похожий на огнетушитель, но тем не менее никто не застрахован. Какова гарантия, что там ничего нет, и что это действительно сейчас же во всех емкостях может быть все что угодно.